Здравствуйте, дорогие друзья! В очередном выпуске Bookish Review у нас сегодня необычный экземпляр. Что это такое? Это птичка. Робин. Да. Короче, производство завода. Малиновка. Нашего отечественная штучка. Не знаю вообще, что это. Должно быть вкусно, по обещаниям Тимура, который уже пробовал. Ну, я пробовал, да. К сожалению, у меня, когда я наливал себе сам, я не знал, что нужно немножко поболтать, да, чтобы там, ну, гуща малиновая вылилась. У меня он был прозрачный. Вот. Тут уже будет с малинкой. Интересно будет сравнить. Давай, Иван, первые впечатления. Должно быть свежо, легенькое. Ну, запах малиновый присутствует. Такой нежненький, приятненький. Да, и там у нас в добавлении, я так понял, мята и розмарин. О, прям кисленько-кисленько, мятненько-мятненько. Ну, малинку, малинка бывает разная, знаешь, вот когда ты ее срываешь в куста, вот одна сладенькая-сладенькая, вторая такая кисленькая. Да, чуть-чуть. Здесь именно и кислая. И вот именно здесь кисленькая малинка. И очень приятный вкус, мне прям очень нравится. После того, как я пил только что вот это вот шоколадное нечто, которое Салденс. Было горькое, как не знаю, ну, короче, да, груда прям глоток, прям свежего воздуха, прям очень приятно. Дай-ка мне пока баночку. Я прям пью, не могу напиться, серьезно. Прям. Но при этом здесь 4,9. Знаешь, это реально вот какой-то типа морс какой-то вот навели с мяткой, и прям очень приятно, прям. Знаешь, этим ты как будто бы хочешь, ну, напиться, а не в смысле угаситься, в смысле, ну, именно жажду удалить. Вот, мне кажется, вот морс мог бы быть таким, вот малиновый, реально. Прям очень интересно. Да, он очень освежает, очень бодрит, и... Это еще и веган-френдли. Мне кажется, это и что-то идеально вот в жару какую-нибудь. Ну, ладно, окей, почти любой пивас, наверное, в жару холодненький хорошо зайдет. Но вот это вот, прям очень хорошо. Прям мне очень нравится. Да, я тоже попробую. Ну ладно, хлебни еще что-то. Только что. А, ну, ребята, на запах прям как будто свежий розмарин нахуярили. Единственное, у меня слюна вязкая становится от него. Очень приятно. Вкусно, травянисто, пряненько. Ты чувствуешь вот некую намек на хвойность, что-нибудь такое? Да, есть такое. Собственно, розмарин во всей своей красе. Мне нужно прям здорово. Еще хвойным кальянчиком забыл. Да, еще и с хвойным кальянчиком вообще отлично, ребята. Комбинация замечательная. Готов ли ты поставить оценку данному напитку? 7,5. Ого, а что не 9? Ну, великовато было. То есть, как бы, не настолько по мне этот вкус, чтобы я прям вот столько въебал. То есть, все. В целом, это приятно, это здорово, это прикольно. Но вот именно вот по моим личным вкусовым каким-то предпочтениям не дает мне больше 8 поставить. Вот 7,5 само то. Ну, зато что? Ну, тебе понравилось, это уже главное, как бы. Не зря, получается, порекомендовал. Да. Человек не разочарован. Обращайтесь, порекомендую вам тоже за деньги. Я, наверное, да, соглашусь. Тоже за деньги кого-то. Не, ну слушай, я бы, наверное, даже поставил 8, хоть, конечно, мне тоже не достает какой-то, знаешь, сластинки от малинки. Ну, мне кажется, малинки, да. Вот малинка, она в запахе больше, то есть во вкусе. Хотелось бы, чтобы малинка была полукисло-сладкой какой-нибудь. Mm-hmm. То есть не только кисло, а вот чтобы сладость он тоже дал. Вот было бы идеально. Да, а я, наверное, тогда кислость. Даже поставил, может быть, 9-10. Да, а я тоже больше поставил. Так, ну, поставлю 8. Мне нравится. Освежает, бодрит. Довольно приятно и легко идет. Вот все. А следующий у нас на обзоре будет выпечка. До свидукас. А еще поставьте лайки и напишите в комментарии, что мы школьники ебаные.